В регионе проходит второй этап вакцинации от клещевого энцефалита. Троекратную прививку делают тем, кто еще осенью позаботился о своей защите. Тем не менее, прививаться можно круглый год. В этом случае между первой и второй инъекциями должно пройти 2 недели. Однако в некоторых тюменских поликлиниках вакцина уже закончилась. Прививаться за свой счет можно в негосударственных медицинских центрах. Там цена на отечественный препарат начинается от 500 рублей, на импортный от 1300. Вакцины в участковые поликлиники поступят в Тюменскую область в первой половине апреля. Конечно, будет закуплена вакцина и против клещевого энцефалита, потому что эта вакцина, раз у нас эндемичная территория, это полномочия субъекта, и по эпидфонду вакцина будет приобретена. За счет областного бюджета в 2015 году будут прививаться организованные дети, школьники, а также лица, чья профессиональная деятельность связана с работой в лесных массивах и в полевых условиях.